Впервые Havail Dago был представлен летом 2020 года в рамках автосалона, проходившего в китайском городе Чэнду. Яркая необычная внешность и дружелюбное название Dago переводится с китайского как «большая собака» обеспечили новинки Havail небывалую популярность в Китае. Havail Dago внешне существенно отличается от всех моделей бренда и в большей степени напоминает внедорожник Land Rover Defender. Впрочем, ничего удивительного, так как создателем дизайна является Фил Симмонс, бывший главный дизайнер Jaguar Land Rover и ныне шеф-дизайнер Havail. Едва дождавшись старта продаж, покупатели устремились в дилерские центры. Всего же за 3 с небольшим месяца покупателям передали более 28 тысяч кроссоверов Havail Dago. Таким образом, на китайском рынке Havail оказался популярнее одного из главных конкурентов корейского кроссовера Kia Sportage. Дизайн кроссовера выполнен в духе классических квадратных внедорожников. Интерьер оформлен нестандартно с оригинальной архитектурой, передней панели и двумя большими экранами, цифровой приборки и медиасистемы. В моторную гамму входят два турбомотора, 1,5-литровый мощностью 169 лошадиных сил и 2-литровый мощностью 204 лошадиные силы. Коробка передач – 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Полноприводная трансмиссия с многодисковой муфтой Haldex 5-го поколения на задней оси и редкой для подобных машин принудительной блокировкой заднего дифференциала. Также предусмотрены специальные режимы ездовой электроники – песок, грязь и снег, которые переключаются шайбой на центральной консоли. Но только 2-литровый агрегат сочетается с системой полного привода. Таким образом, кроссовер Havail Dago имеет неплохую внедорожную подготовку. Стоит Havail Dago от 120 тысяч юаней или порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. Но в России со всеми сборами цена взлетит ближе к 2 миллионам рублей. К лету новинку планируют привезти в Россию. Как вам дизайн Havail? Взяли бы себе такой? Пишите в комментариях, нам хочется услышать ваше мнение. С вами был канал Автоэксперт, всем пока!